Пуэр, красный чай, даже улун. Традиционное заваривание в колбасе предполагает воду где-то градус 80, может чуть больше по вкусу. Вот. Ну, в принципе, мы до такой температуры воду должны довести, то есть это будет как бы еще не шум ветра в соснах, как его называют, а стадия, которая предшествует этому и будет нужной нам. В принципе, еще одно важное правило – это промывка. Промывка чая перед варкой. В данном случае мы его опустим, потому что мат попался достаточно пыльный. Если мы его промоем, то мы его уже сразу и смоем. Тем более, я думаю, что гайвань не сможет хорошо отфильтровать все мелкие веточки и палочки. Говоря о том, какой мат лучше варить мат без палада. То есть без веточек, просто зеленый рубленый маты. Вот. В чем еще фишка этого рецепта? В том, что в отличие от чая, где существует